у вас там займет это 5 минут. И вы сразу поймете, готова эта коалиция или нет. Она действует, она уже действует. То есть она как действующая структура работает. Заново собираться, какой-то круглый стол там проводить, опять заново какие-то документы формировать. Уже люди собрались. И когда вы говорите, вот вы, предыдущий выступающий, давайте мы снова соберемся. Ну сколько можно танцевать от печки? Мы уже занимаемся этим там четверть века, созданием новых и новых организаций. И все никак, и все никак. И давайте снова объединяться, и опять будем новые какие-то. Есть ядро объединения, давайте с этого начинать. Это первый момент. Второй момент. Мы для чего вообще занимаемся политикой? Вот здесь выступаем, друг друга пытаемся убедить. Мы двигаемся, хотим продвинуть страну из нынешней точки в какую-то другую. Вот что это за точка? Вот для чего мы занимаемся? Очень все просто. Одним лозунгом определяется и направление нашей деятельности. Россия, русскую власть. Все. Не власть коммунистической партии, будь она неладна. Не власть каких-то других партий. Не народная даже власть. Русская власть. Вот отсюда, сюда. Это есть движение по прямой, понимаете? Нас пытаются растащить на все, что угодно. Давайте мы будем обсуждать, как мы в муниципалитетах будем бороться с каким-нибудь там рыночком. И весь актив наш уходит туда. Все мы начинаем заниматься, значит, сирыми и убогими. А кто будет заниматься главным вопросом о государственной власти? Нам нужен русский президент с русским национальным самосознанием. А мы будем заниматься муниципалитетом, будем обсуждать вопрос, подмели ли улицу. Это хорошо, да, есть такие люди, которые вот могут только этим заниматься. Но только национальное движение может заниматься главным вопросом. Вопросом о власти. Третий момент. Нас зовут на выборы. На этих выборах решается вопрос о русской власти? Нет. Ни в коем случае. Решается. Ни в коем случае. Решается. Ни малейшее. Ни малейшее. Собрание России. Нет. Не путайте. Нет. Они могут нет. Только законодательство. Нет. Не путайте. Грузия. Нет. И нет. Вам слово, пожалуйста, сядьте. Я еще не закончил. Русская у меня опыт борьбы с этой так называемой демократией четверть века. Я начал это с 90-го года. Вот, поэтому я знаю, что почем. Я знаю, что если даже за нас выступит вся страна, не будет нам никакой победы. Вы что, хотите кому-то обеспечить десяток мандатиков? Хотите кому-то обеспечить? Нет, нам нужна абсолютная победа, а по очкам нам никто ее не засчитает. Поэтому надо идти на выборы только за победой, а не для того, чтобы несколько человек снова растворились в этой олигархии. Да, я был в Государственной Думе. Я растворился в этой олигархии? Нет. Я не пошел, когда мне сказали... И вас поэтому когда, ты уважаешь. Я не пошел, когда мне сказали, пойдем к Путину, и будет тебе все. Я не пошел. А другим сказали, и они пошли. Некоторых из них обманули. Вот, давайте все-таки... А теперь к научной части моего выступления. Потому что русский человек должен знать кое-что. Вот я... Бьюсь над тем, чтобы знали элементарные вещи. Элементарная вещь состоит в том, что у нас нет правых и левых. Это выдумка журналистов. Это ситуация британского парламента, когда эти термины были введены. Нет правых и левых. Вот начерчу вам. Сами убедитесь. Вот линия. Считайте, что есть правые и левые. Коммунисты, социалисты, либералы. Где националисты? Где они? Здесь? Здесь где? Нигде. Их здесь нет. Да. В этой схеме нет националистов. Единая Россия, где здесь наши враги первые? Где они в этом? Они либералы, социалисты, кто они? Их здесь нет. Учебники политологии, кто изучал, открывал. Есть три идеологических направления. Вот три. Они обозначены, только они не на линии находятся. Они находятся в плоскости. Вот три вектора. Вот здесь националисты, вот здесь коммунисты, социалисты, а здесь либералы. Вот здесь мы есть. И если мы есть, то все остальные нам враги, идеологические враги. Каждый отдельный человек, мы его можем уважать за конкретную его деятельность. Но членство в коммунистической партии не относится к его достоинствам, а относится к его недостаткам. Мы противостоим как либералам, так и тем, кого называют левыми. Не они, левые и правые, между собой нас хотят вот в эту схему уложить. Есть только левые и правые, а националистов нет. Националисты – это экстремисты. Хотя откройте политологический словарь, там написано, что такое национализм.
самое простое определение — это деятельный патриотизм. Патриотизм — это чувство, чувство любви к Отечеству. А национализм — это политическое воплощение этого чувства. Вот в этой схеме мы есть, на плоскости. И разные политические субъекты могут быть здесь. Вот мы здесь, там, скажем, партия «Великая Россия», коммунисты там здесь. Есть национал-социалисты, путаница национализма и социализма. Это чепуха, такого не может быть. Либо социализм, либо национализм. Не тут написал, вот здесь. Или современная, где зона абсурда, вот в которой находится «Единая Россия», вот здесь. И социализм, коммунизм, и либерализм. Все вместе, все в кучу. И все это еще называется идеологией патриотизма. Вот это первый момент. Второй момент. Хотите на выборы? Хотите на выборы? Есть доказанная и принятая в социологии теорема Эрроу называется. Да. Самая простая формулировка ее. Демократия, избирательная демократия, невозможна. Да. Большинство не правит никогда. Вот это американский, там какой-то умник, он доказал это с помощью математической логики, длинное доказательство, это принятая истина. Невозможно электоральная демократия. А вы продолжаете бороться и говорите, давайте мы пойдем там выиграем какие-то выборы. Даже при условии идеальных условиях, которые в этой теореме содержатся, демократия невозможна. Первая теорема. Вторая теорема. Есть железный закон социологии, железный закон олигархии называется. Любую демократию, Роберт Михельс такой был социолог, любую демократию вы формируете, и она вырождается в олигархию. Если нет какого-то руководящего звена, какого-то руководящего усилия, которое останавливает этот процесс, любая демократия сама собой превращается в олигархию. Поэтому бороться за демократию — это безумие. Надо бороться за то, чтобы порядок, установленный там народной властью, национальной властью, не сполз в олигархию. То есть это повседневная деятельность, повседневное творчество, а не какой-то рецепт, который там выдумал Маркс или какой-нибудь там Фридман или бог знает еще кто. Есть еще один железный закон бюрократии. Вот для чего нужно национальное движение? Чтобы бюрократию держать в узде, потому что там срабатывает железный закон. Как только отпустили на волю бюрократии, она тут же превращается в аморальное сообщество. И там возникает барьер. Если ты хочешь подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы, ты должен отречься от всего. От всех своих профессиональных знаний, от всех своих моральных принципов, что тебя с детства воспитывали. Все, этот барьер. Уверяю вас, я знаю эти случаи, вот, когда люди направлялись в так называемый топ-менеджмент, перед какими задачами их ставили. Там, я уверен, там еще есть некие ритуалы посвящения, там вот голубое лобби работает в администрации президента, там еще и это есть. Вот. Поэтому, если нет национальной силы, которая держит основные нравственные принципы нации незыблемыми, если она не вырубает постоянно растущий чертополох, то все работает вот под этим законом. И делать нам на выборах, где нет, не видно русской победы, нечего. Нам наоборот надо выступать активно за бойкот этих выборов. Не пускать туда ни своих друзей, ни своих соратников, ни знакомых просто. Потому что там сплошной обман, сплошной. Даже если туда попадает честный человек, он ничего не может сделать. Для чего парламент существует? Для того, чтобы там один человек колупался, а потом его просто прибьют? Или с ним случится что-нибудь там, вот там я безработным стал после Думы, да? Хотите этого для своих избранников? Но если вы хотя бы одного проведете, да не проведете. Там уже все поделено, понимаете? Все уже поделено. Поэтому призываем к активному бойкоту, публичным акциям против этих лживых выборов. Еще один момент, фундаментальный вывод. Нас все время склоняют к тому, чтобы мы конфликтовали русские с русскими. Поэтому придуман так называемый классовый конфликт. Поэтому придумана исключительная роль личности, которую надо защищать от государства. В то время как основной конфликт не только нашей эпохи, в нашу эпоху это все обострилось, это конфликт между свободной, суверенной нацией, как историческим явлением, и олигархией, которая выросла, вот как этот самый чертополох, в условиях так называемых демократий. У нас же тоже была советская демократия.
И вот там вырос этот чертополох номенклатуры. Только у них бюрократический был перекос. А там за рубежом, в основном в так называемых странах демократических, там был перекос в сторону финансовой. Вот финансовая олигархия там, здесь была бюрократическая. Потом они подумали, что там как-то лучше живется, и заменили один режим на другой. Главное противоречие между нацией и олигархией. Поэтому нация должна сплотиться, несмотря ни на какие различия, которые здесь есть. Ты работаешь на национальную власть, ты добиваешься русской национальной власти, значит, ты с нами. Неважно, владеешь ли ты пароходами или подметаешь улицу. Вот это и есть национальное единство и прототип русского государства, в котором различия обязательно будут. Разве их нет, разве они от природы в человека не заложены? Один хорош в одном, другой в другом. И понимание справедливости издревле понимание справедливости равное для равных, неравное для неравных. Люди не равны по своим потенциям, поэтому так уж получилось. Кому-то одно, у кого-то по одному складывается судьба, у кого-то по другому. Поэтому не надо бороться с неравенством, надо бороться с несправедливостью, когда равное дается неравным. Вот это несправедливо. Русский вектор – это вектор русского национализма. Вы можете входить там в любые партии, но если вы не идете в русское движение, если вы не участвуете в публичных акциях, если вы не поддерживаете русский национальный фронт, то где вы тогда находитесь? Тогда вас отбрасывают вот сюда, вот раздел правые и левые, и вы начинаете грызть русских людей, потому что они вам чем-то не нравятся. И вас опускают в это столкновение между собой, и поэтому война на Украине. Я спрашиваю этих так называемых укропов: ты против Путина? Против. Я тоже против. Есть различия? Нет. Ты что, за Порошенко? Нет, я против. И я против. Тогда что мы поделили между собой там? Нас травили там. Да, и поэтому эта война придумана не для того, чтобы русские как какой-то внутренний вопрос, знаете, спор славян между собой. Нет, там никакой вопрос славянский не решается. Там просто захлопнулась ловушка, которая сработала в Крыму. И мы все это должны расхлебывать вместе с этой олигархией. Может быть, последнее скажу. Один из принципов, который может нас объединить и без которого невозможно жить, это никакого доверия, никакой поддержки нынешнему режиму. Никакого конструктивного взаимодействия. Нечего нам с ними взаимодействовать и не о чем с ними разговаривать. Разговаривать, дискутировать можно только с теми, кого можно переубедить, кого можно втащить в это общее поле понимания русского вопроса. А это поле разработано более чем у кого-либо. Ну, есть несколько книжек, которых достаточно прочесть, чтобы, осмыслив, конечно, стать вполне русским националистом, русским человеком. Иван Ильин «Наши задачи». Не такая уж большая книга, написана простым и ясным русским языком, и там освещено множество вопросов. Или Константин Победоносцев, московский сборник, самый, может быть, ранний русский национализм, ясно совершенно выраженный, где говорится, что такое парламент и почему он совершенно не нужен для России. Народное представительство нужно, а парламент не нужен. Парламент это говорили. Михаил Меньшиков, «Письма к русской нации». Прочтите, ну вот это третья книжка. Иван Солоневич, «Народная монархия». Вот четыре книжки, это не научные книжки, это публицистика лучших русских публицистов, которые были не сегодняшними журналистами. Это были настоящие мыслители. Всего четыре книжки, не так уж много. Дальше там, конечно, целый пласт. Но я вас уверяю, ни у коммунистов, ни у социалистов, ни тем более у либералов нет ничего подобного, потому что там вообще нет никакой политической теории. Вода. Но я занимался, я вынужден был читать Маркса, Энгельса, Ленина. Когда мне надо было заниматься физикой, меня заставляли их конспектировать, учить, сдавать. Я занимался этим. Я могу сказать, нет там никакой политической теории. И в сравнении с ними, абсолютно чужими нам теориями, то, что создано на русской почве, русскими мыслителями, это и есть основа нашего мировоззрения. Не надо искать марксизм. Когда Зюганов написал там в середине 90-х какие-то там книжки свои идеологические, там был сплошной русский национализм, там нечего было писать про марксизм. Потому что нет этой теории. Это просто пустота, пустое место, морочение голов в 19 веке. Все это уже отмерло. И нас все время тянут к тому, чтобы мы сцепились. Вот есть какие-то якобы классы, которые должны друг друга грызть. И в 19 веке это уже был вчерашний день.
Поэтому нам надо заниматься национальной консолидацией прежде всего. Исторгнуть из себя вот то, что, извините, называется жидовство. Вот то, что нас поражает, наши мозги чуждыми совершенно теориями, втаскиванием нас в безумные какие-то конфликты. Избавимся от этого, станем настоящими русскими людьми. Будем пользоваться современными достижениями науки, и тогда будет основа для консолидации. Не надо будет танцевать постоянно от печки, к чему нас все время призывают. Давайте заново чего-нибудь придумаем. Да уже все до нас придумано, все, я вас уверяю, все политические тексты написаны, все программы написаны, все есть. У нас нет, как один из националистов зарубежных говорил, нет у нас недостатка в программах, у нас недостаток в людях. И вот вы, русские люди, должны объединиться для того, чтобы этот недостаток мы совместно могли преодолеть. Россию, русскую власть. Слава России, Россию. Русскую власть. Слава России.